Я приветствую любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве между Белоруссией, где у нас, к сожалению, больше на бумаге существует союзное государство. Я считаю, конечно, более динамично мы должны развивать наше сотрудничество. В своей программе я указываю, что в будущем возможно целесообразно подумать о конфедерации трех славянских государств – России, Украины и Беларусь. Поэтому этому направлению обязательно буду уделять самое пристальное внимание. Это важнейший внешнеполитический вектор нашей страны.